Друзья, всем привет! Сегодня просто у нас гигантская распаковка. Вы такого, наверное, ни разу не видели. Почта мне что понравилась. Она делает сейчас логистику, то есть если несколько посылок к вам идет одновременно, они соединяют ее. Вот такой огромный пакет. И присылает вам ее на почту, идете, получаете. Сегодня начнем с маленьких ништячков. Посмотрите, что мы себе поназаказывали. Здесь должно быть у нас 7 пакетиков. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все отлично, все получено. В быстром темпе все откроем, покажем, какие ништячки заказали. И напоследок здесь будет у нас бонус. Офигенный бонус, вы даже не можете себе представить, что здесь лежит. Я, конечно, сам не знаю. Практически. Так, давайте в темпе вальса все это вскроем и посмотрим. Сильно резать не хочется, вдруг можно повредить товар, который тут лежит. Так, а здесь нам пришел чехол для Redmi Note 7. Redmi Note 7. Почему? А, вот. Сюда ложится телефон. И здесь магнитные такие магнитики внутри, вот, по периметру. И он так захлопывается. Так, поедем дальше. Сюда пока ложим. Китаец даже прислал какую-то финтифлюшку. Походу, сзади, что ли, она как-то наклеивается. Чтобы удобно было держать. Так, мусор сразу я буду скидывать, чтобы не мешался. Так, едем дальше. Смайлики. Так, тут у нас все стандартно, то есть заказал себе на телефон разъем Type-C 2 метра с магнитом, магнитик там, вон можете видеть, магнитный USB зарядка, очень подойдет. Так, едем дальше. Просто почему я так быстро все конкретно не останавливаюсь детально на товарах. Хочу дойти до бонуса, а тут посмотрим. Так, ремешок заказал себе, пришел для командирских часов, потому что мой ремешок кожаный весь износился, пришел в негодность. Вот такой ремешочек. Потом, кому интересно, могу детальные обзоры на каждый товар сделать. Просто сейчас не хочу тратить ваше время. Так, едем дальше. Так, здесь у нас второй ремешок. Если тот под металл сделан, этот сделан под резину. Два ремешка пусть будут в запасе. Тоже для командирских часов. Смотрим, что здесь у нас находится. Вот здесь я себя любимого, конечно, обрадую сейчас. Заказал себе чехол на телефон, на который сейчас снимаем. Xiaomi Redmi Mi 2. А вот такой чехольчик заказал. Ссылки я потом добавлю на весь товар, который сегодня мы распаковываем. Потому что посмотрел в городе, я походил, все очень дорого стоит. Здесь можно как-то вот так ставить, кино смотреть. Ну, говорю, детальный обзор потом, если хотите, на товар сделаю. Здесь кармашки всякие. Ладно. А здесь у нас вот такие пимпочки. Вот такие пимпочки. Интересно, догадайтесь, зачем они? Наверное, не догадайтесь. Дайте одну открою быстренько. Вот пимпочка. Вот она, пимпочка. Кто догадается, зачем она? Пабгеры, наверное, меня уже поняли, зачем эта пимпочка. А, пабгеры? Много из вас пабг играет? Напишите мне комментарий, кто играет в пабг. Это джойстик на экран, который крепится, чтобы было удобнее управлять на сенсорном экране. А не пальцем сжать, а вот джойстиком управляешь. Два джойстика. Так. Здесь у нас, что думаете?
Ну, здесь сантиметров 40 точно есть. Не буду вас томить, раскрываем. Главное, внутренности кишки, главное, не порезать кишки. Кишки порежешь, все, можно ликвидировать. Кто умный, наверное, догадался, почему здесь лежит у меня липецкая тарелочка. А здесь у нас... Ну, китаец, смотрите, как хорошо запаковал. Ну, по упаковке его можно пятерку ставить. Все так добротно упаковано. Смотрите, во сколько слоев. 5-6 слоев точно. Это как ребенок на Новый год открывает подарок, а там конфетка маленькая. Вот. У нас ручная машинка для метания тарелочек. Ой, кто не знает, объяснять не буду. Кто знает, те знают. Сейчас посмотрим, подходит ли сюда тарелочка, либо надо что-то стачивать. Так, ну подходит она со скрипом, конечно. Но мы скоро ее проверим, так что ставьте лайки. Скоро собираемся выехать. Ну, входит более-менее. Если что, пластик подточим. Вот. И поедем, покидаем тарелочки. Кто знает, тот знает. Кто не знает, ладно. Он тут накрошил чутка. Ничего страшного. Рабочий процесс. И, ребят, теперь под ваши аплодисменты барабаны, барабанная дробь. Вот это настоящий сегодня бонус нашего дня. Опломбировано, представляете? Как его скрыть? Пакетик не хочется повреждать. Аккуратненько. Так, так, так. Ладно, сверху начнем тогда. Аккуратно, вот он тут запаян, как я смотрю. Все. Что тут у нас? А тут у нас еврозарядка, как я понимаю. Дальше посмотрим. Вот он. К20, ребят. Какой-то здесь у нас. А динозавр, у которого изжога, как я понимаю. К20 Pro. Это Redmi К20 Pro. Такой красивой упаковки. Упаковка достаточно, ну, обычная, фирменная. Так, что у нас здесь написано? На китайский. Ладно, не буду вас задерживать. Скрываем ее. Чпок. Угу. Разработан к Xiaomi. Вы уже увидели, что там лежит. Просто хочу посмотреть, что здесь лежит. Здесь, наверное, либо чехольчик. Да, точно. Чехольчик здесь, шурум-бурум всякий китайский. Чехол обычный. Молодцы, Xiaomi. Почему они мне нравятся? Потому что они всегда чипы прикладывают в свои товары. Так, вот, я говорю, это, по-моему, азиатская, что ли, розетка, или американская, и поэтому сразу здесь у нас положили переходник. Все, то есть проблем никаких не будет у вас зарядки. Зарядкой, вот Type-C тут идет. Извините, оговариваюсь, спешу, потому что. Спешу, ролик, длинные ролики никому не нравятся. Так, и вот красавец, вот он. Тормашки я выдержу. Вот он. Клавиши управления. Тут громкость включения. Цвет очень красивый. Клавиши, ну, то есть Power отдельно такая окрашена в рубиновый цвет. Здесь все стандартно. Заметьте, идет три камеры. Очень интересно сделаны. Две идут. Смотрите, как бы в одном боксе. Вот так вот покажу. Если видно вам, чуть-чуть выступает с корпуса, и одна идет прям в самом корпусе. Как бы я не с вами, но я с вами. Вспышечка там. Попробуем включить. Давайте попробуем включим.
На экране пленка. Сзади он весь в пленке идет. Ну, сейчас, наверное, будет долго загружаться. Потом до девятки, наверное, андроида обновится. Джустасек, подождите секунду. Миа 10 идет оболочка сразу. Русский выберем. Так, регион. Где там Россия? Главное не нажать не на ту, а то потом не на тот регион. Ну все, то есть подключение к интернету он сейчас потребует и будет обновляться. Вот смотрите, какой экран. Безрамочный практически. Я даже не знаю, где здесь камера у него спрятана, селфи. Вот если честно, я вот с первого взгляда смотрю, всю площадь экрана занимает. И где спрятан у него селфи-камера, я не знаю. Ну вот такой сегодня у нас королевский анбоксинг, я вам скажу. Если кому что понравилось, он так переливается. Прям как на свет показать, не знаю. Если кому что понравилось, ставьте лайки, комментируйте. И детально обзоры снимем. Вот так вот. Все, всем пока, друзья.